Во вторник, 20 октября, в стенах Нарвского дома детского творчества впервые была открыта персональная выставка работ молодого дизайнера Дарьи Никитиной и учащихся студии Axi Art под названием «Портрет на фоне». На торжественном акте, посвященном этому событию, слово взяла преподаватель Дарьи Людмила Седова. Итак, тема «Мой городок» и вообще тема города и людей в нем. Чем интересна нам была тема, на самом деле, что такое город? Это обилие каких-то прямых линий, ограничивающих пространство домов, пространство каких-то других помещений. Какую музыку выносит человек своим присутствием в городе? Вот этим-то, в общем-то, мы вдохновлялись. И Даша вдохновлялась, и дети, которые участвуют в выставке, надо сразу, наверное, сказать, что в выставке участвует Даша в основном, но пробегает немножко ребята в студии, наверное, человек 7, которые тоже немножко потрудились над этой темой. Активная творческая деятельность в жизни Нарвского дома детского творчества Дарьи Никитиной была замечена с первых лет обучения, и на сегодняшний день она – участник и дипломат различных конкурсов и фестивалей молодых дизайнеров, таких как «Серебряная игла», «Рок и мода», «Зимняя феерия», «Все дело в шляпе». Дарья – неординарная яркая личность, которая своей неиссякаемой энергией может заразить интересной идеей. Часто она помогает коллегам по цеху, юным мастерицам кружка Axi Art воплотить свои желания в реальность. И в самом деле в дружеской атмосфере созидания получаются весьма необычные, красивые, современные вещи. Изделия из кожи, батик, фотоработы, рисунки. В этом можно убедиться и на выставке. В ней присутствует многогранность творческого мышления, динамичность, яркость образов и открытость взгляда на многие моменты, которых мы обычно не замечаем в нашей жизни. По словам Дарьи, название выставки «Портрет на фоне» – это отражение своего «я», своих переживаний, впечатлений и эмоций на фоне личной, повседневной и учебной жизни.